121 аудитория. Вот, а последнее занятие у нас будет 19 мая. То есть 22 понедельника уже не будет. А в среду на 2 недели зачет. Так, значит, что нужно делать будет на зачете? На зачете вы на одном листе бумаги пишете, делали вы доклад и какой? Это первый пункт. И второй пункт, это вот, что вы, так сказать, считали необходимо изложить себе с этой книгой, с учетом того, что это зачет. То есть вы сами здесь определяете, вот, какие материалы вы предлагаете и демонстрируете, что вы разбираетесь в вопросе. А именно, не в том смысле, что вы можете пересказать. Пересказать, я думаю, все могут в той или иной степени. А вот какие выводы вы сделали в результате анализа? У нас же что, анализ классических текстов, да? Вот каким выводом вы пришли, какие вы лично делаете выводы из анализа вот того классического текста, который вы анализировали. Значит, ясное дело, что выводы могут быть разные, и у разных людей разные, естественно, правда? Вот, могут быть какие-то крупные выводы, могут быть более частные и так далее. И таким образом, задача ваша, как всякого сдающего или приходящего на зачет, доказать, что вам надо поставить зачет вполне законно и обоснованно. Что я и буду делать? Вы мне подходите, показывайте. Если будет какая-то необходимость что-то обсудить, то я спрашиваю вас, вы мне отвечаете. Если все это ясно и понятно, то я вам ставлю зачет их верности. Четко и поздравляю с успешной сдачей зачета. Вот так, что вот такое у нас будет окончание наших всех занятий. Кто у нас не делал, вы не делали. Вы делали. Не делал. Кто нет? О чем вы нас сказали? В чем проблема? В чем трудность? Вы делали, да, доклад? Нет. Тоже не делали? А вы готовы? Нет. И вы не готовы? И я не готова. А чего вы не готовы? Ну, пока читаем, разбираемся для себя. Да, да. Ну, давайте мы с вами, раз вы еще не готовы, будем готовиться к докладу. Значит, что вы... Исходя из того, как называется наш курс. Анализ классических текстов. Так, ну первое. Первое, почему он классический? Ну, что вы называете классикой? То, что будет актуально всегда. Да, актуально всегда. Почему оно? Это правильно. А почему оно актуально всегда? Потому что проблемы, которые рассматриваются, они в каких-то случаях не решаемы, тяжело решаемы, поэтому они постоянно в каждом поколении. Появляются эти вопросы, и каждое поколение. То есть вот в духовном развитии есть вещи приходящие и есть неприходящие, да? Вот как бы ни изменяли обстоятельства, чтобы не изменилось в жизни, они входят вот, в человеческую культуру. Да? А в человеческую культуру все входит или не все? Все. Все, что делает люди, входит в человеческую культуру, или не все? Все, что делает человек, входит в человеческую культуру. То есть, если он пошел, всю жизнь затоптал, это говорит человеческую культуру? Да, просто это будет интересно. Вы так понимаете, культуру, он дает музеологу, не надо найти его. Вы музеолог, что ли? Давайте в музей моей ботинки, которую я затоптал на горке. Это будет отсутствие культуры, но это все равно относится к культуре. Нет, так не пойдет. Вы, значит, это радость. Мы вот что такое музей с вами уже выяснили, да? И вы все знаете. Все знают, что такое музей. Да. Да. А теперь давайте выясним, что такое культура. Иначе, потому что то, что вы сейчас сказали, не соответствует понятию культуры. Так. Что такое культура, кто скажет? Определение. Ну вот за всю историю человечества столько гадостей сделано, это невозможно сколько. И сейчас продолжается. Вот взяли, убили, разбомбили, это культура. Так, сделали налет на Сирию, там, скажем, в Соединенных Штатах Америки. Тоже культура, по вашему определению. Только это культура.
Вот, взяли человека, избили в кровь. Это же было сделано. То, что сделано человеком, мы сделали. Это все входит в культуру. А вот защитили человека от этого грабителя. Вот это входит в культуру. Это разное понимание термина. А? Это разное понимание термина. Тут нам есть... надо не разное понимание термина, нам надо научное понимание. Понимание, есть не термин, а есть понятие. Термин – это слова. А вот понятие – это... Что такое понятие с точки зрения диалектики и философии? Это такое бытие, через которое просвечивает сущность. То есть мы говорим, как будто бы это вот то, что есть. А какое есть? Ну, такое, в котором есть какая-то глубина, сущность, даже вот это вот тоже, само понятие отражается. Например, если вы не берете сущность, не просвечиваете, это не понятие. Тогда это непонятно что. Поэтому это не случайно. Мы не можем взять любой термин и прицепить его к любому. Если вот это вот сюда, это сюда. Потому что человеческий язык содержит... Это же вот это результат длительной работы духа человеческого и всей человеческой истории. И постепенно вырабатывается и закрепляются в языке такие понятия, которые отражают определенные глубинные отношения, основания и так далее. И вот для того, чтобы эти глубинные отношения и основания отразить, используются понятия. Ну, какие-то определения культуры есть? Вот, ну, скажем, каждое явление, культура – это явление, правда, нашей жизни. У него должно быть определение. Без определения нельзя им заниматься. Вот у нас здесь культура, я не знаю. У меня есть преимущество, я не преподавал. Я знаю точно так же, вот, у меня с ней была такая же картина, как с вами. Вот, я спрашиваю вас, что такое музей, и мы долго с вами выясняли, что это такое. Это общественное учреждение, которое а. изучает историко-культурное наследие, б. сначала оно сохраняет, собирает и сохраняет историко-культурное наследие, затем оно изучает, пропагандирует. Такое общественное учреждение называется музей. А что точно так же надо решать вопрос, что такое культура? Все ли то, что сделал человек? Человек очень много сделал того, что, вот, скажем, газовые печи, которые сжигали несчастных во Второй мировой войне фашисты, это культура, что ли? Можно сказать, что это культура? Мало ли, что это делает. То есть, все, что делает, тогда и понятия вообще не нужно. Все, что делает, так это и есть деятельность. Для этого есть понятие. Но все, что вы делаете, это называется историческая деятельность. И эта историческая деятельность может быть позитивной, негативной. Так, поэтому никакого смысла нет в том, чтобы это сформулировать особое понятие, тогда, если мы все, что не попадись, называем культурой. Почему тогда мы говорим, одни человек культурные, другие некультурные? Вот одни вкидали, скажем, негативные стороны деятельности человечества, мы называем культурными, или мы не называем? Не называем. А вот люди, которые берут как раз вот то, о чем мы говорили, то, что неприходящим является, да? То, что имеет и сегодня звучание, значение, то, что нужно и для следующих поколений. Вот как это вот назвать, чтобы это было и точно, и понятно? Попробуйте. Кто попробует сказать, что такое культура? У меня были такие ситуации, когда я спрашиваю, мне говорят, культурологи, а их 500, у меня есть 500 определений культуры. Но если есть 500, значит, есть хотя бы одно. Просишь одно, и одно не дают. Что ж такое культура? Только тогда, когда мы говорим о культуре, мы можем потом делить, что это материальная культура, это духовная культура. Правильно? И тогда мы можем сказать, а что такое, это есть в языке, что такое бескультура? Что есть разрушение культуры, потому что разрушение – это деятельность, по разрушению культуры – это деятельность. Если всякую деятельность считать культурой, тогда и как раз разрушение культуры, там, вот уничтожают, то есть самые запрещенные в России организации ИГИЛ, да, по имени разрушается, тогда это тоже культура. Что происходит? Выходит, что они, эти творения, которые, значит,
наши аудиологи пытаются сохранить, и Петров туда ездил и думали о том, сколько нужно, какую помощь надо оказать, на какой срок надо для восстановления этой самой Пальмиры, которая является культурным памятником всего человечества. Значит, а если мы считаем культурой или разрушение этого памятника, тогда ничего не надо, особенно никаких. Все надо разгромить, и вот это вот тоже будет культура. Так не пойдет. Так сказать, вот, ну, что, какое слово возьму, такое пойдет. Вот если мы говорим хороший человек, так мы, наверное, отличаем от негодяя, от лица. Правильно? Поэтому что значит слово? Только слова. Нет, слова. Слова, они выражают понятия. А понятия, вот они имеют содержание. Поэтому нам главное выяснить содержание понятия культуры. И тогда дать такое определение, которое соответствует содержанию. В связи с этим я хочу вам напомнить, что вообще такое определение. Потому что есть понятие определенности. Определенность – это просто некое отрицание. Вот девушка в рамках власти. Это что такое? Это вы? Вы. Это ваша определенность, так? Это ваше определение? Нет, потому что вы можете и в синем прийти, и в желтом, и в цветастом, и так далее. То есть это определенность, конечно. Так вот сейчас можно сказать, что это вас определяет. Правильно? И можно дальше пойти. Гегель приводит такой пример, что человек отличается от животных тем, что у него есть мочка на ушах. Нет ни одного животного, у которого на ушах была мочка. То ли это вот оттянули наши предки, и настолько эти женщины украшали свои себя и оттягивали себе тем самым уши, что она стала передаваться по наследству мужчинам. Может быть и так, а может быть не так, мы не знаем, но во всяком случае, можно так человека выделить из животного мира и сказать, что этот человек – это животное, у которого есть мочка на ушах. Это будет определенность, то есть действительно. Но это внешняя такая определенность, которая ни в какую глубину не затрагивает. Ну и что у него есть мочка на ушах? А если человек попал в аварию, и так случилось, что вот он падал, кувыркался и потерял обе ушные раковины. Ну что, он не человек? У нас, наше законодательство не человеком, то есть, скажем, не гражданином фактически признает, лишает избирательных прав и не наказывает за преступление кого? Сумасшедших. То есть ума лишенных. Ума лишенных. То есть если человек лишился ума, то он уже как в полной мере человеком не считается. То есть он не подпадает под определение человека. А если он не подпадает под определение человека, вы будете судить волка за то, что он съел зайца? Ну как вы будете судить? Ну, предложите ему морковку, волку, капусту. Не будет ее есть. Поэтому к отношению к тем, кто является ума лишенным, ну, есть другие меры, там их в открытые отправляют, в сумасшедший дом. Но их они не подлежат каким-то отвлечению там, в тюрьму или там, в колонию и так далее. По иронии судьбы, так получилось, что первым указом, после того, как Ельцина освободили от обязанности президента, был указ о том, что Ельцин и его семья не принадлежат уголовной ответственности. И это вроде как красиво их выделили. Это есть одна у нас семья во всем нашем российском обществе, которая не принадлежит к уголовной ответственности. Ельцина уже нет, но есть его супруга, есть его родственники. Это что получается, что у нас умалишенные не принадлежат уголовной ответственности и семья Ельцина. Так что то ли его подняли, то ли опустили этим указом. А что такое определение? Это вот непростая задача. Кто-нибудь вспоминает из курса философии, что такое определение оно давало? Не для того, как мы его учили, чтобы запоминать. Конечно. Что такое определение? Конфликтологи точно у меня учились. Характеристика. А? Характеристика? Характеристика знания. Характеристика, да. Что любая моя характеристика является определением моей? Да, нет, не бывает. А там же были разные категории. Определение и характер. Мы их отличали. И не путали определение и характер. А может быть
что без характеристики, или как я назову, мы предметы не можем определить, или не определить. Существенные свойства предмета? Да, хорошо. Значит, если говорить, мы делаем то, что вы так это... Так, это вы хорошо вместящие, отвечаете на этот вопрос? Ну что же делать? А что, наш экзамен говорит, это на экзамен надо было отвечать хорошо, сейчас можно и особенно не запоминать. Но это очень важное определение, хорошо, что мы его вспоминаем. Значит, что такое определение? Это, во-первых, качество. Ну, любое качество может быть определение, правильно? Качество. Какое качество? Какое качество? Я перегоню на сейчас занятие по окончании. Какое качество можно считать определением? Сегодня вы веселые, а завтра вы грустные, а послезавтра вы раздраженные. Так? А еще через день вы спокойные. Какое качество взять за определение? То есть так, не такое качество, которое сегодня есть, завтра нет, да? А какое? Которое не просто сохраняется, а сохраняется в изменениях. Правильно? То есть что-то меняется, а вот качество, которое сохраняется, вот его можно взять за определение. Но этого мало, что оно сохраняется. Оно не просто сохраняется, оно и утверждается обо мне. Правильно? То есть оно проявляется обо мне. Вот если вы добрый человек, да, и эта доброта ни в чем не проявляется, никакой вы не добрый. Вот у вас есть качество доброта, но еще не было ни одного примера, что оно проявилось. Это является определением. Нет. Потому что проявляется это качество тогда, когда оно не только внутреннее качество, оно и во мне себя проявляет. Вот если это качество сохраняется в изменениях, проявляется во мне, это определение. И наоборот, раз оно проявляется во мне, то через внешнее можно проникнуть в это качество и изменить это определение. Вот в чем беда. То есть бывают такие случаи, когда хорошие люди становятся, переходят в противоположность. Становятся подлецами или злодеями и так далее. И можно говорить о том, что до определенного периода вот был такой человек, а потом переродился так, как стал совершенно другим. Вот так это выглядит, ну, без философской терминологии. А вот если записывать, как это у данного Гегеля на алкологии, там написано так. Качество, качество, которое в себе. Нечто, а в себе это значит сохраняется в изменениях. Вот это, о чем мы говорим. Качество, которое есть в себе, в простом нечто. В себе бытие это то, что равно самому себе. А если вы этого не в себе, если вы сейчас не в себе, то вы не равны самому себе. Если вам не по себе, то вы тоже не такая, как обычно. Правильно? Поэтому в себе бытие равенство с собой. Вот качество, которое есть в себе, в каком-либо нечто, которое вы определяете. И находится, сущность находится в единстве с другим моментом этого нечто, в нем мы сидим. А такой момент определяется, как Гегель, что в себе бытие, которое противостоит переходу вновь. Вот это в себе бытие, которое противостоит равенству с собой, которое противостоит переходу вновь, называется в нем бытие. Вот то, о чем мы с вами говорили. Что оно сохраняется в изменении и противится переходу в иное. Вот тогда это определение. А если оно не противится, я вот сейчас хороший делаю поступок, а завтра я буду делать точно так же, прям придумал ложный поступок. И тогда это качество не противится изменениям, а это куда ветер дует. Сегодня я пошел туда, завтра пошел наоборот. То есть нет никакой, так сказать, прочной такой основы, которая бы определяла действие этого самого качество, действие вот этого самого нечто. Вот. А звучит это так, качество, которое в себе просто нечто, и сущностно находится в единстве с другим моментом этого нечто, с днем бытия. А вот если вы возьмете определенность, которая лишь бытие длинного, которая во мне проявляется, это называется характер. Вот бывает человек хороший, а характер плохой. Бывает такое. Человек делает хороший, потому что мы его судим по делам. Чтобы оценить, какой человек хороший или плохой, нужно знать, что он делает. Потому что мы материалисты. И материалистом в этом смысле является даже
По делам мы узнаете их, по делам. А не по обещаниям, как вот узнают кандидаты в депутаты. По обещаниям. Человек обещает, после этого судит. И не по словам, потому что слова могут быть хорошие, а дела дурные. То есть по делам узнаете их. Вот эти вот дела, если они позитивные, то вот эти позитивные дела будут в определение этого нечто. Вот к этому приближено и с этим связано понимание вообще культуры. Потому что культура – это очень крупное понятие, правда? Оно относится ведь к всей истории развития человечества. Под культурой понимается. Накопленный опыт человечества. Накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Это можно записать. Вот культура понимается накопленный опыт человечества, материальный и духовный. Накопленный опыт человечества, материальный и духовный. А раз опыт человечества, то человечество извлекает уроки из любых действий. Но не сами действия входят в культуру, а вот те уроки, которые извлекают из них человечество. Скажем, вот газовые камеры не входят в культуру человечества, а вот борьба с этим, с тем, чтобы сжигать людей в газовых камерах, и борьба с машинами входит в культуру человечества. Правильно? Гитлер не проделал культуру вперед, а борьба с гитлеровским фашизмом, с немецким фашизмом, фашизм на сыну вошла. Человечество. Борьба вообще с этими негативными явлениями. А они объективно существуют и существовали. Тоже входит в накопленный опыт человечества. Вот накопленный опыт человечества может быть материальный опыт. Например, вот сосуды, предметы утвари, разные орудия, труда и средства производства, материальные. Это накопленный опыт человечества, вот он, материальное выражение. Вот уже эти люди какой накопили опыт, чтобы сделать железный, скажем, косу, или сафу, или плуг. Это накопленный опыт человечества. Чтобы прийти к этому плугу, много столетий надо было прожить, чтобы сделать. А в чем вот проблема, например, железной коробки? Железо, как вы понимаете, в природе, как таковое, как железо не присутствует. Оно присутствует в виде чего? А в виде вот некоторые ржавчины такой оранжевой где-нибудь на болотах, это вот вы можете встретить. Вполне возможно, там в этих местах, где это вот ржавая вода и где эта ржавчина, там возможно месторождение железа. Ну какого железа? Там руда. А руда это всегда соединение железа. Это его какие-то отрасли. А отрасли бывают, мы знаем с вами, из химии, что это ферм 2, 3, а есть ферм 3, 4. Разные соединения. И задача состоит в том, как из этих вот соединений добыть железо. Вот мы уже знаем, что это очень сложная процедура. Если, ну, скажем, такие, как металлы, как золото, могут просто быть как самородки. Можно их найти в песке, там, где, так сказать, текут реки, и они перекатывают камешки, и вдруг среди камешков находится самородок. Золотой самородок может быть. Серебро может быть тоже в виде отдельных, так сказать, элементов. Железа нет. Чтобы железо получить именно как железо, требуется выплавить сначала чугун, а из чугуна сделать сталь. И тогда только появляются вот мечи. Мечи и другие орудия. А чтобы выплавить чугун, какая нужна температура? Как вы думаете, сколько градусов? Вот у вас есть газ, сколько градусов он дает? Как вы думаете? Вот вы можете оставить на газ какую-нибудь руду и пытаться выплавить из нее? Нет. Нет. Сколько вы там не берете, так не будете делать. Это вы макароны можете сварить. Но вы можете, между прочим, вот какие-то металлы плавить, например, натрий, если вам, он тоже, кстати, в непосредственном виде не встречается, чтобы получить
чистой нации, это, наверное, нужна особая культура. А вот свинец, например. Свинец можно расплавить дома? Можно. Положить его в консервную банку, и будете его нагревать и расплавить. Перебьете, и у вас форма будет у вас свинцовая такая фигурка. А железо? Как вы думаете, при какой температуре можно выплавить чугун или железо в форме чугуна? Сколько градусов? Ну, примерно. За тысячу. За тысячу градусов. А вот если вы возьмете дрова, высушите их, сложите их, высушите этими дровами топить печь, какая там будет температура? Людей. Температура будет максимум 500-550 градусов. То есть вы сколько бы вы ни топили, сколько бы вы ни грели, ничего не получится. Как человечество научилось добывать железо? Человечество сначала научилось делать сначала особый продукт, уголь из дерева. Вот то, что вы сейчас можете увидеть в магазинах, продают уголь. Древесный для того, чтобы делать сушилки. Так? Он продает. А как он делает? Это без доступа воздуха. Нагревает. Оттуда улетучивается, во-первых, вся вода. И оттуда улетучиваются всякого рода разные масла, которые не дают высокой температуры. И получается высокопористый, такой высокопористый материал. Легкий очень. Если вы возьмете вот эти угли, они очень легкие. И вот если их вы начнете использовать для нагревания, то они дают температуру уже за 1000 градусов. И вот первое, если вы коснетесь истории промышленности, то вы узнаете, что люди изготавливали древесный уголь. И вот в печах, которые топили древесным углем, уже выполнялся уголь. А вот чтобы получить сталь, а чугун чем отличается? Во-первых, он ломкий. То есть может получиться так, мы сделали меч, стук, задели, он хрустнул и развалился. Поэтому с этим чугунным мечом далеко не уйдешь, никого не победишь. Чтобы из чугуна делать сталь, это железо будет как сталь, требуется обогатить его углеродом. Поэтому говорят, углеродистая сталь. А для этого нужно его расплавить, добавить туда углерод и добавить еще некоторые легирующие вещества, например, марганец или никель. И вы получаете разные виды стали. Это второй передел. То есть мало того, что вы деревянные, как говорится, дрова из них сначала сделали уголь, а вы должны из стали. То есть, чтобы получить сталь, вы должны из выплавить чугун, из чугуна делать сталь, и вот только после этого можете эту сталь разогревать и отливать в заготовки. А уже из этих заготовок вы можете их обрабатывать и получать те самые мечи булатные, которые вы находите в истории. Самое интересное, что вот в этом булатном мече уже очень высокая культура заложена. То есть какой опыт человечества в нем содержится. И опыт извлекается не только из успехов, но и из неудач. То есть вот по-другому, если делать, не получишь эту сталь. А вот так будете делать, то есть так появляется технология тоже, как принадлежность культуры. Правильно? То есть как делать? Вот как делают такие, вы пробовали когда-нибудь сделать такой же кувшин или амфору или что-нибудь подобное, как хорошо. Да? Вот если вы будете просто его делать в руках, он у вас будет как бы кривой. А как добились того, что они такие ровные и кругленькие получают? Даже вот обычные горшки, которые потом наливают, которые сметану, молоко или там амфоры, которые наливают вино. Что для этого нужно делать? Какой нужно приспособление? Вот люди додумались до того, что надо иметь вращающийся диск, и это все помещается в ваш кусок глины в центр этого диска. И этот диск вращается, и благодаря этому придается, ну, этот
вот если у нас нет навыка, конечно, у нас вроде не очень получится, хотя для детей такие игрушки сейчас продают. Как можно самим делать какие-то вот горшочки глиняные, такой круглой формы, на специальном диске. И вот, если вы возьмете кувшины разных форм и размеров, и сосуды самые разные, которые показывают в музее, они заключают в себе вот этот опыт человечества по изготовлению такой посуды. Утро. Короче говоря, вот вся материальная культура, которую мы, то есть все вот те предметы, которые заключают в себе в процессе своего изготовления опыт человечества, и называются материальной культурой. Это и дома, так и дворцы, и водопровод, и каналы, и дороги, и так далее. Все это предполагается. Хотя у нас опыт есть, как делать дороги, что не надо воровать, надо делать дорогу. Если ты убрал из того, из чего должна дорога состоять, то там она будет все разваливаться и разбиваться. Это тоже элемент культуры. Или если, скажем, делается большая крутая дорога, ее сделают на 10 сантиметров хуже. И деньги уведут. И особенно сначала ее не видно. Вроде все то же самое. Она просто уже немножко. А это могут уйти миллиарды. Значит, таким образом, это материальная культура. А что такое духовная культура? А это вот те произведения, да, которые человечество продвигает вперед. Поэтому не так просто попасть вообще в культуру. Вот, как бы история человечества, она отбирает. Например, раньше отбор проводился как бы, можно сказать, сам собой, в том смысле, что передавать, трактор было трудно передавать следующим поколениям, что передавалось только самое великое. Например, Библию переписывали постоянно, правда? Люди сидели и писали. Сидели монахи, писали, и есть просто много вариантов, но тем не менее, вот то богатство там каких-то выводов, мудрости, которая заключена в Библии, она передавалась от поколения к поколению из-за того, что люди переписывали, сохраняли. А если бы там какая-нибудь была ерунда, кто бы мог составить людей это переписывать? Никто бы не переписывал, и оно бы не осталось. То есть от этого времени мудрое, так сказать, великое осталось, это переписывалось. А то, что было никчемным, пустым, оно не переписывалось, не воспроизводилось. Хотя мы знаем, что есть и потери культурные. Некоторые произведения безвозвратно потеряны. Тут ничего не делают. Это вот относится также к песенной культуре. Как вы думаете, скажем, если будут матери сами по своей инициативе петь колыбельные песни, пустые, никчемные, без хорошей мелодии, без хорошего смысла, своих детей, ну, в долгие там, зимние вечера. Не заставите вы матерей там, христианских это делать. Ну а никакого другого способа упоминания мелодии не было. У нас не было тогда магнитофонов, не было, тем более, ни флешек, и не было дисков и так далее. Поэтому отбор производился именно таким образом. Все, что не соответствует достаточно высокому уровню, оно отмирало само собой. А вот наступило время, когда появились громкоговорители. В чем их особенность? Они громко могут воспроизводить то, что не является явлением высокой культуры. И вовсе магнитофоны могут запоминать и то, что является никчемным или, так сказать, высокому искусству не имеет прямого отношения. И можно с помощью вот этих громкоговорителей заглушать то, что является действительно культурным достижением, и с помощью магнитофонов запоминать то, что само никто бы никогда запоминать не стал. Оно бы отмирало само собой. Поэтому вот наступило такое время, когда, да, тем более надо знать, а что есть действительное развитие культуры. И действительное развитие культуры, оно развивается последовательно от одних достижений к другим. Почему мы говорим о классике? Да? Классика – это что? Это стержень развития мировой культуры. И это, так сказать, ее основа. Чтобы попасть в основу, надо сделать что-то великое. А чтобы попасть вообще в культуру, надо сделать что-то полезное человечеству, то есть извлечь уроки из предыдущего и продвинуть что-то вперед.
Поэтому не все попадает в культуру, тем более не все попадает в основу. Могут появляться новые классические произведения? Могут. Но для этого это должно быть высокого уровня произведений. Могут быть попытки представить как-то высокое культурное произведение такие произведения, которые не являются таковыми. И такие попытки делаются. Но поскольку они делаются, можно сказать, людьми ненадолгий срок, и такими людьми, которые далеко сами не смотрят, поэтому они постепенно отсыхают с развитием человечества, и все-таки история отбирает то, что является выдающимся и ценным. И в этом смысле классика – это то, что входит вот ствол развития мировой культуры, в самую основу. Поэтому можно сказать, что классика непреходящая, потому что она ее надо принимать внимание, когда мы говорим о развитии. Что нам для этого нужно, если вот для понимания классики, классического? Раз это то, что нужно для развития, надо знать, что такое развитие. Давайте вспомним, что такое развитие. Кто скажет? Вот товарищи музеологи должны сказать в первую очередь, потому что их работа состоит в чем? Чтобы пропагандировать. Ради чего? Ради дальнейшего развития, правда, культуры. То есть пропаганда исторического, историко-культурного наследия ведется не ради этого, и самой пропаганды, и не ради обеспечения рабочими местами миллионов, а ради продвижения, так сказать, дальнейшего развития культуры. А для этого что вообще считается развитием? Как вы говорите? Что такое? Движение общества в сторону прогресса. Вот то, что вы сказали, правильно, но дело в том, что понятие прогресса определяется после того, как выяснилось, что такое развитие. То есть, как бы, оно является более сложным, более конкретным определением, чем само развитие. Сначала надо определить развитие, а в развитии имеется два противоположных движения. Развитие идет через как бы противоположности. И вот то направление в развитии, которое совпадает с направлением развития, называется прогресс. А то направление развитие, которое противоположно развитие, называется регрессом или по отношению к общественным явлениям реакция. Поэтому все равно нужно, мы возвращаемся к тому, а что такое развитие? Что такое развитие? Давайте вот вы попробовали, вот вы скажи, правда. Что такое развитие? Вот это низшее к высшему, это ближе всего к тому,
тому, что вы сказали, правильно? К лучшему, то есть к высшему. Так, так же есть высшие животные, высшие растения, есть низшие животные, низшие. Есть микробы, там бактерии, а есть люди. А что за движение низшего к высшему? А дело в том, что идет усложнение. Идет усложнение. Движение низшего к высшему, простого к сложному. Движение простого к сложному – это и есть движение низшего к высшему. А что такое сложное? Кто-нибудь скажет, что такое сложное? Я задаю такой вопрос, чтобы у нас не было затруднений, каких-то неопределенных понятий. Что такое сложное? Вот это то, о чем я говорил, что вот эти понятия, они на самом деле уже в себе имеют ответ. Сложное – это сложенное. Из чего? Из простого. То есть это относительные понятия, потому что что значит абсолютно простого? И ничего нет, правда? А каждое простое тоже сложное по отношению к тому, из чего оно сложено. И так далее. Вот мы скажем, сложенное из разных клеток. Так? А каждая наша часть из клеток. А клетки содержат все молекулы, а молекулы содержат все атомы, и поехали. А у атомов есть еще частицы, есть нейтроны, есть протоны, есть электроны. А еще более низкого уровня, какие есть элементы, есть бозоны, есть фермионы, и поехали. А если мы будем дальше смотреть, вот Земля наша входит в Солнечную систему, а Солнечная система входит в галактику, и так тоже до бесконечности. То есть развитие – это движение низшего к высшему, а что условно. И вот когда мы говорим в этом движении, в этом развитии, что-то сохраняется как основа и накапливается, да? Вот это и есть культура. То, что накапливается с развитием общественного, вот общество развивается, и накапливается то, что служит основой для дальнейшего. А основой для дальнейшего служит опыт человечества, а вовсе не все, что делало человечество. Как раз человечество разбирается и отбирает то, что может послужить основой для дальнейшего движения вперед, а что не может получить, а что должно быть осуждено и отброшено, как, скажем, был Нюрнбергский трибунал в отношении фашистских преступников. И он заклеймил фашизм как античеловеческое практику. Это не значит, что не стало вообще фашизмом в мире. После этого трибунала был фашизм в Испании, был фашизм в Португалии, был фашизм в Греции, был фашизм в Чили. И проявление фашизма мы имеем и сейчас в виде как бы такого фашизма на экспорт, когда внутри страны, там, скажем, Соединенных Штатов Америки, там все хорошо, там есть демократия, там никого, так сказать, нет открытой диктатуры. Сначала проголосуют, потом какие-то меры принимают. А фашизм – это открытая, террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических элементов финансового капитала. Он появляется вот на известном этапе развития, когда появляется уже финансовый капитал. Но не всякий финансовый капитал обязательно порождает фашизм. Не во всякой стране. И вот смотрите сейчас, что получается. Вот у себя они сначала принимают закон, и даже президент не может что-то сделать без санкций Конгресса, некоторые вещи. Зато можно взять просто разбомбить в другой стране, куда направить ракеты, и что-то разбомбить. Или можно поехать и уничтожить Ирак, самостоятельное государство. Повесить президента. Повесили президента Ирака, Соединенные Штаты Америки, приехал в Ирак, ввели туда войска и повесили. Закону избранному президенту. И Ливия, вот страна, в которой было бесплатное медицина, бесплатное образование, но удаленно давали средства, чтобы они делали квартиру под 160 квадратных метров. И она никому не мешала умереть. Она позволяла черпать империалистическим монополиям нефть из своей глубины. И только часть, скажите, прибыли из монополии отдавали Ливии, собственникам этого богатства.
А потом эти монополии решили, а зачем нам это вообще отдавать? Давайте мы это государство уничтожим, и будем просто эту нефть брать еще и по дешевке совсем. Сейчас она особенно дешевая, потому что нет государства, вся эта нефть из нее идет нелегально. Раз нелегально, то ее как бы вы покупаете, но это как бы не покупка. Поэтому цена сильно занижена. И вот по сильно заниженной цене идет ливийская нефть, чем кому раньше шла. А ливийского государства нет вообще. А что на месте этих государств? Ирак был государством, кстати, высокой культуры, да, и древним очень государством. И вот Ирак был светским государством, то есть государство построено не по принципу приверженной сторонней религии, а светское, как буржуазное государство, которое отделило церковь от государства и шло за церковь, тоже элемент культуры. Вот этот элемент культуры принесла великая французская буржуазная революция, да? Что надо отделить школу от церкви, а церковь от государства. Вот в Ираке было отделено, в Ливии то же самое было, в Ливии светское государство. Вот эти два светских государства уничтожены, в Ливии вообще государства нет, беженцы оттуда бегут, куда они бегут. Ну, где, вот, где можно жить? А в Ливии невозможно жить, там просто всех убивают, уничтожают, там нет никакого производства, там все рассыпалось. Вот. Если ваш дом горит, вам приходится убегать, так вы не уйдете из дома. Спрашивается, а кто создал эту проблему беженцев? Ну, создали те, кто напали на Ливию и на Ирак. Вот только после уничтожения иракского светского государства возникло это самое движение ИГИЛ, запрещенное в России. Осталось одно светское государство на Ближнем Востоке, Сирия, и в отношении этого государства, последнего, светское государство, которое не по принципу вот, принадлежности какой-то религиозной догме, а по принципу, что вот мы избираем, что все, всеобщим голосованием, просто государство, избираем президента и так далее. И это буржуазное государство. Казалось бы, буржуазное государство, а и Америка буржуазное государство, США. Но и США, и Англия, и Франция требуют, пусть уйдет закон избранный президент. И что там будет? Там будет Дамаскский, столица, сразу же столица и будет ясно, как Божий день. И те проблемы, которые сейчас есть на Ближнем Востоке, покажутся всем нам игрушкой. В том числе, мы и сейчас знаем, что там войны, между прочим, из России некоторые граждане вели. И второе, значит, этот ИГИЛ может направиться к нам через Среднюю Азию. Нам это совсем не надо. Этим объясняется то, почему, извлекая уроки из предыдущих событий, в том числе военных, в которых участвовала Россия, значит, России приходится и там участвовать, и в этом смысле она представляет свой форпост борьбы против фашизма наезда. То есть такого фашизма, который не для внутреннего потребления, а для внешнего. Это же наверное, не американцы и не англичане могли убивать, не спрашивали ничего разрешения. Как убивали индейцев? Индейцев вы убивали, просто так ничего не спрашивали. Приехали, стали убивать местных жителей, уничтожали. И поуничтожали почти всех североамериканских индейцев. И вот теперь мы можем сказать о прогрессе. Наступил такой момент, когда можно сказать, что раз противоположные тенденции есть в развитии, то вот та тенденция в развитии, которая совпадает с направлением развития, называется прогресс. А та тенденция в развитии, которая противоположна развитию, называется регрессия. Вот мы с вами знаем, что все люди смертны. Поэтому, так сказать, при том, что мы там обучаемся, развиваемся, накапливаем силы, здоровье, мы знаем, что есть обратная тенденция. Болеть, стареть, и которая рано или поздно приводит к тому, что поколение меняется. И поэтому тут прогресс общественный может быть только через, как прогресс, смена поколений. И поэтому существует целая система передачи культурных богатств
накопленного богатства культуры следующим поколениям. Вот в этой книге у Маркса Энгельса записано, что делает, как осуществляется преемственность поколений, что поколение, новое поколение приходит в мир, получает те производительные силы, которые созданы и накоплены предыдущими поколениями, развивает их на время своей жизни и передает следующему поколению. И так получается связь в человеческой истории. Связь с человеческой историей появилась через производительные силы. Есть, можно сказать, то, что нетленно, то, что никогда не пропадает. Производительные силы не пропадают. И сменяется поколение работников, но работники всегда есть и будут, которые производят материальный план. Сменяются люди и меняются общественные отношения, но сами по себе материальные богатства, которые люди создали, и духовные богатства, которые люди создали, они накапливаются. И вот можно сказать, что классическими произведениями являются произведения, которые созданы раз и навсегда. Ну, скажем, вот геометрия Евклида, это у нас когда создана? Давно уже. Она создана в греческое время, во время существования греческого государства. Или греческой демократии, но она навсегда есть, эта геометрия Евклида. И мы изучаем те же самые теоремы Евклида. Или Архимед, закон Архимеда, это на открытом, тоже навсегда. Или закон Ньютона. Много людей лежало под яблонями, на многих людей падали яблоки, но только Ньютон открыл закон всемирного тяготения. Правильно? И это вот великое открытие навсегда вошло в сокровищницу культуры. Это, в этом смысле, вот, это очень я обращаю внимание музеологов на то, что не только вот музеологи или музеи – это такие хранители богатства, но вообще все человечество, взятое как в целом, оно тоже есть такой музей, который может только потому развиваться, что оно сохраняет и развивает культуру предыдущую. Если она не будет развивать предыдущую культуру, она умрет. Отсюда и такой вопрос, а как кого считать счастливым со зрения развития человечества? Вот Маркс говорил, что человечество славит как самого счастливого того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. То есть не спрашивают, она мучились вы, не мучились, спали вы, хорошо ли у вас были бессонные ночи, вы страдали. Нет, оно все равно считает счастливым того, кто принес счастье наибольшему количеству людей. Вот интересно так рассказывал Ленин про Чернышевского. Вот мне говорит, темный человек, скажу, что человек всю жизнь боролся, ничего не добился, под конец жизни уходил на каторгу. Вот жизнь Чернышевского. Хотя он писатель, он создал произведения, которые остались навечно. А этот человек посвященный скажет, что если бы не Чернышевский, не было бы революционного движения, не освободили бы от Савельма, не освободили бы от всей наскребнии общественной и не создали бы новое общество. Поэтому вот Чернышевский счастливый человек. У Гегеля есть определение счастья. Все, наверное, тут присутствующие знают это слово, вы все слышали. А что такое счастье? Удовлетворение потребности. То есть, если я вот сейчас выпил воды, то что пить захотел, это и счастье. Да. Как-то это мелковато. Сейчас, первый раз я захотел, пошел бы там как раз. Пирожное хорошее, блядь, как они много буфет, есть дорогой, но он есть силы, это пирожное. Вот и счастье. Не, ну когда хочешь долго пить, и получается потом пьешь. Понимаете, вот это вот то, что, еще раз говорю, то, что вы говорите, это правильно. Но вот правильность или не есть истинность. То есть можно таких правильных много говорить, это самая характеристика. Если счастье не связано с удовлетворением потребностей, то тоже не счастье, правда? Оно связано с этим, но сводить к удовлетворению потребностей нельзя. Вот вы, как вы правильно в вашей жизни описать, что вы удовлетворили свои потребности или что вы развивались?
Ну, развитие тоже выделяет потребности. Развитие, может быть, это получение новых вообще потребностей, которых у вас раньше не было. Вот, например, слушание музыки рождает потребность слушать музыку. Вот не будете вы слушать классическую музыку, и не будет у вас потребности ее людей. Основная масса людей не имеет такой потребности. И входит, так сказать, а хотя во всем мире, какой бы он ни был мир, ужасно, социалистический, там, феодальный, высшие классы сюда ходили. Слушали оперы, слушали, смотрели балеты, да? Всегда. Почему? А потребности может и не быть. А для других вот какой-нибудь грохот делал. Пускай он грохочет, и он привык этот грохот слушать, и им ограничивается. И это хорошо, потому что есть люди, которые пусть они создают материальные блага для нас, но будут культурный класс. Так что это вот, приемлемость, конечно, но это вот само развитие потребностей. Человек развивается, значит развивается его потребности. И не только потребности, это дело ваших потребностей и вас самого. Вы сами должны развиваться. Человека надо развивать, а не только потребности. Правда, если человек развивается, то вы будете развиваться. Но это приятно, это хорошо. Нет потребностей вашего, тогда что будет? Ну как это вот узко. А вы будете развиваться, это хорошо, и вы будете развиваться, и вы замечательно. Вот такая дискуссия была, это тоже классический пример. Вот люди, которые это изучали, два человека собрались, значит, Плеханов и Ленин, и был третий, Мартов, и стали составлять программу РСДРП перед старым съездом партии. Мартов просто сидел, наверное, удержал свои потребности, и никаких следов не осталось сегодня. А Плеханов составил первоначальный проект программы партии. Основатель российского марксизма. Он большой знаток марксизма. И написал, что вот целью социалистического производства должно быть удовлетворение нужд общества. Вот точно, вот вы как Плеханов. Точно как Плеханов. Это не это, знаете, это Лаврёва, это вас. Это не Плеханов принял, это вас поднимает. До уровня Плеханова вы дошли. А Ленин, он допустим, который человек, молодой, он говорит, ну этого мало. Мало, потому что какое еще и тресты могут дать. Ну, тресты, то есть имеется в виду, что современный капитализм. Он потребности его как-то удовлетворяет. Что же, удовлетворяет потребности, что же? Удовлетворяет. И вот Ленин предложил формулировку. Надо записать, что целью социалистического производства является обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Вот. Обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Вот эта формула очень глубокая. Почему? Во-первых, у нее две части. Можно бы уже обеспечение полного благосостояния выше, чем проектируется. Вот у меня, то есть, не развитый я, ни в музыкальном отношении, ни в художественном, у меня потребности нет, я и не развиваю. А обеспечение полного благосостояния, что означает, как вы ответите на вопрос, что значит обеспечение полного благосостояния? Это у меня. Еда есть, а крыша над головой нет, это не полное благосостояние. Или крыша над головой есть, а еды нет. Или еда есть, крыша есть, книжек нет. Еда есть, крыша над головой есть, книжки есть, никто меня не берет на учебу. Или берут, только давайте деньги, которых у меня нет. То есть полное благосостояние, это означает не одностороннее какое-то благосостояние, что правая рука развивается, а левая отсохла. Руки развиваются, а ноги ходить не могут. Полное благосостояние означает, что созданы все условия для развития. Правильно? Первым условием развития что является? Скажите, пожалуйста. Обеспечение первичных потребностей. Не потребностей. Что потребности? У вас есть потребности, а времени нет их осуществить. И все. Первым условием развития является наличие свободного времени. Вот наличие есть свободное время, есть условия для развития. Нет свободного времени? Ну, нет условий для развития. А как определяется свободное время? Время свободного развития. Время для свободного развития, так оно и появляется. Вот если у вас сейчас идет, вот я сейчас вот могу считать, что у вас сейчас время для свободного развития, правильно? Вы же развиваетесь сейчас. В
чем ваше обучение состоит? В том, чтобы вы развивались. Правильно я понимаю? Mm-hmm. Или в том, чтобы я развивался с вашей помощью? Mm-hmm. Может, я тоже развиваюсь, но все-таки у нас задача в университете не в том, чтобы преподаватель развивался, потому что, прежде всего, студенты развиваются. Вообще, у нас в университете не преподаватель или нет студента? Mm-hmm. Я вообще хочу для студента. Согласитесь. Вот. Это вот создание условий для развития. Наличие времени свободного. И вот то время, которое удалось использовать для развития, свободное, а то время нерабочее, которое не удалось использовать для развития, оно не является свободным временем. Допустим, вот 8-часовой рабочий день, а дальше получается сон. Это не время для развития. Это время, когда вы просто восстанавливаете все физические силы. И зачем? Вам нужно мыться, одеваться, убираться. Вам нужно там подметать, стирать и так далее. Вам ехать приходится на транспорте. Это все не время для развития. Это все в нерабочее время, которое свободным временем является. Или если вам удается, при том, что вы едете в автобусе и обдумываете, что такое развитие, то вы при этом даже это время используете для своего развития. Оно частично свободное. Правильно? Когда вы занимаетесь какой-то монотонной деятельностью для работы, вы все равно что-то делаете, внутреннее у вас развитие. Я даже был будучи студентом в Америке, у меня какой-нибудь не получался интеграл взять дома. А ехать мне надо было 2 часа, да, до 10 имени, где был в Америке. Там сейчас институт наука имени в этом здании. Я за это время какой-нибудь интеграл один решал в уме. И тогда у меня это вроде как время не пропадало. Хотя я не сидел там, тогда никто не сидел почти. За митинг был транспорт, метро еще не было. Только еще начинал создаваться. Мы еще даже участвовали в том, чтобы вот станцию «Парк Победы» новую, так сказать, открывали, там ездили, выбирали, там все и так далее. То есть метро была одна ветка большая, Кировская выпуска, а все остальные тоже прокатывали. То есть это большая проблема, как это себе создать. Но это вот условия для развития. А что, мы не знаем с вами, что есть люди, у которых есть все условия для развития, а они не развиваются. Так? Так. Так, значит, этого недостаточно. Нельзя поставить целью только благосостояние. Вот если, дескать, вот у вас условия есть, и все, дальше меня не волнует, что с вами будет. Поэтому целью надо поставить не только само благосостояние, но и развитие. А кого развитие? Мою, ее или всех? Всех. Вот это и записано. Поэтому Ленин предложил формулировку, которую Плеханов принял, и доследие ее приняли. И которая вошла и во вторую программу. Вы выкинули этот вопрос в Хрущев. И знаете, какой он поставил вместо нее? Удовлетворение потребностей. Но Хрущев поставил не такое, что вот это вот его было, а он взял то, что Плеханов вот в свое время предлагал. И все вернулось назад. То есть человек, то есть, пропустил целую эпоху в своем развитии и не понял, что вот столько лет стояла формулировка обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития, свободного, в том числе от всяких привычек, бредных. Это же слова Тесидора Тихонова. Вот у нас сколько народу молодых сейчас стоит и курит. Ну, это все знают, что это ничего хорошего не дает. А они уже не могут от этого освободиться. И в этом смысле не свободны. А что вы сделали с вами? Я всегда могу бросить, в любой момент бросаю, и каждый день бросаю по 15 штук. Все время бросаю. Вот. И свободное, всестороннее, не узкое развитие. В одном отношении развито, в другом не развито. Физические, юридические недомогания даже не может просидеть в филармонии, потому что он совсем не может сидеть уже. Не ходит, не дышит воздух. То есть и физически даже не хватит, и в духовном отношении. И вот получается такая формулировка, что целью является обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. Ну вот эта формулировка простояла до 1961 года в программе, а потом пришли такие грамотеи, как Хрущев. Вот он мне не попался там в качестве студента, например. И никак не мог попасться, потому что он был гораздо меня старше, а я вот в 61 году мне было 16 лет. И в голове у меня был Хрущевин. В каком-то смысле, вот как у вас. Вот вы даже так вот говорили. И я примерно так рассуждал. То есть это естественно, это человек в своем индивидуальном развитии проходит какие-то этапы, которые общество уже прошло.
Поэтому это не какой-то минус, а это естественный процесс движения низшего к высшему образовательного уровня. И вместо вот этой гениальной формулировки обеспечения полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества появился вот это удовлетворение потребностей, растущих материальных и духовных потребностей советских людей. А вот давайте еще поговорим о вот этой формулировке удовлетворения потребностей. Скажите, пожалуйста, а вот потребность наркотиков есть же такая? Кстати, пьянство и, так сказать, курение – это тоже удовлетворение потребностей. И водка, алкоголь, и табак – это все тоже требуется, правильно? Это слабые наркотики, есть сильные наркотики. В чем характеристика наркотиков? Вот тоже у нас вот есть товарищи на отделении наркологии, которые занимаются наркоконфликтами. И вот у меня с ними была дискуссия на тему, а что такое наркотик вообще? Если вы назовете наркотиком вредное вещество, ну, вредных очень много вещей. И они не все наркотики. А что такое наркотик? Это такое вредное вещество, которое сламывает волю потреблению этого вещества. То есть, если вы начали принимать наркотики, вы будете продолжать. И это подтверждается. То есть, если поэтому люди, которые становятся наркоманами, они проживают 25-27-28 лет с гарантией. С гарантией. Гарантия состоит в том, что больше они не проживут. И, к сожалению, в настоящее время, исходя из того, что вот оно, все более полное удовлетворение потребностей, вот он начинает с того, что, может, ему в школу принесли, дали попробовать. Потом еще дали попробовать, бесплатно, разумеется, потом еще дали попробовать. А потом уже, раз это такое вещество, которое втягивает, заставляет стремиться к его удовлетворению, этой потребности, потребления этого вещества. О, и потом говорят, мы тебе дадим, но ты сначала возьми у мамы там денежки себе на завтрак, на обед. Потом еще денежки, потом еще денежки, потом уже у мамы берет вещество. А потом уже вытаскивает из кармана и требует. А потом начинает убивать всех, кто встретит на улице, ограбить, потому что не может без этого состояния находиться жить. И он уже посягает на другую жизнь. И поэтому наркоманы, они же и преступники. А все началось с того, что они удовлетворяли потребности. Поэтому это вообще не цель удовлетворения потребностей. Удовлетворение потребностей – это естественное состояние. Но смотри, какие потребности и ради чего. То есть вот, цель человеческого человека и человеческого производства – это обеспечение полного благосостояния и свободного всестороннего развития всех членов общества. И это очень сложно делать. Даже в развитии Советского Союза наступил такой момент, когда правящая партия выбросила эту цель. Причем кто выбросил? Безграмотные люди. Как говорится, вот они проскочили, им такие, так сказать, не попались, люди как-то не пропустили на экзамены, на зачете и так далее. Ну, они вот с такой глупостью. И эта глупость проголосовали единогласно за это на съезде, не просто так. Вот тогда мы уже говорим не просто о развитии, а о развитии человечества, о развитии человеческого общества, о развитии людей. И вот общество тогда развито, когда развитые люди. Потому что человек, общество не существует без людей. Только через людей себя и проявляет. И как сделать человечество, оно как, оно конечное или бесконечное по природе? Вот человечество. А? Каждый человек конечен, правда? И не вечен, а человечество. А человечество бесконечное и вечное. И как тогда быть? А как, если я принадлежу человечеству, если вы принадлежите человечеству, в чем проявляется ваша принадлежность человечеству, что вы должны научиться делать то, что станет классическим? То есть то, что входит в основу развития общества. То, что является базой для дальнейшего развития. Вот если вы к этому приобщились и в это внесли свой вклад, то вы себя обессмертили. То есть обессмертить себя очень легко. То есть надо делать то, что способствует развитию общества. Одним люди менее способны, другие более способны.
Но талант может быть употреблен на разрушение общества, а может на созидание. Вот тот же самый Гитлер. Вот Гитлер он картину написал. Книгу написал. Вот вы написали картину или книгу? Нет? А Гитлер написал. Талант как человек. Считается он гением? Нет. Почему? Потому что гением называется не просто талантливый человек, а тот талантливый человек, который продвинул человечество вперед в какую-то область или в нескольких областях. Вот Чайковский гениальный человек. Вот Бетховен гениальный человек. Да? Вот сейчас можно сказать, что вот весь такой музыкант у нас, Михаил Плетнев, руководитель национального оркестра, Российского национального оркестра, композитор, дирижер и пианист. Гениальный человек. Вот его отметили его 60-летие в Колумбии. Он праздновал свое 60-летие на днях русской музыки в Колумбии. Поехал и там продвигал произведение русской музыки. И во всем мире его признают, так сказать, выдающимся музыкантом современности. Ну вот наш современник. И он, так сказать, его произведение вы можете найти, вот, можете приехать в любую страну, зайти в музыкальный момент, и там найдете записи его произведения и произведения его оркестра. Он исполнил все произведения Чайковского, например. А когда стали говорить, что он может только играть в Чайковского, тогда он стал исполнять все другие произведения. Любого жанра. И каждое это исполнение внес глубину. Как человек, который является еще композитором. И который должен предложить такое прочтение музыкального произведения, которое обеспечивает всю его глубину. Гениальный человек – это человек, который продвинул человечество вперед в какой-то области. Вот если мы этим будем руководствоваться, о том, о чем мы сейчас говорим, вот, то мы будем понимать хорошо понятие классики, классического. Хотя вот сейчас вы можете встретить просто то, что обыденно и привычно, например, пишут классический кефир. В чем классический? Кефир и кефир. Не из рода, но и уже хорошо. Классический. То есть можно даже такое крупное слово и великое понятие превратить в какое-то обыденное заурядное. Ну, что это классика, да. Все классическое. Классические штаны, классический пиджак, классического покроя. Что это такое? Классическое. То есть есть вот крупные вещи, к ним применяются такие серьезные глубокие понятия. Из-за чего я хочу объединить вам, как своим коллегам, товарищам, по счастью, мы до этого не счастье у нас этот курс. Объяснить, почему мы вот, собственно, стремимся к тому, чтобы все люди выступали и проявляли себя, потому что вот вы не можете считать радиоконцертом, если вы только являетесь потребителем. Вот у нас, как вы сами признались, честно в начале нашего занятия, что вы пока еще потребители. А именно, я знания знаю, вы внимательно слушаете, смотрите на меня. Записывайте. Это что такое? Это потребление знаний. А что требуется от выпускника? А у вас уже не за горами, да? Еще пройдет год, и считайте, вы уже будете. А от выпускника требуется не уметь потреблять знания, а уметь их воспроизводить. Правильно? Вы будете там защищать свою там, работу выпускную. Вы будете как защищать курсовые, вы будете защищать кандидатскую, если собираетесь писать кандидатскую, вы будете защищать докторскую, которая если вы будете защищать докторскую, это, но это опять самостоятельная работа. Поэтому это нужно, чтобы к этому великому большому убедиться, как говорит культура, как говорит опыт человечества. Это значит, что надо к этому двигаться все время. И поэтому вот, не сочтите за некое неудобство с моей стороны, что я все-таки настойчиво вас призываю и требую вот, сделать доклад, пока еще осталось у нас время на занятиях. Поэтому будет отремять вот сегодня, кстати, порезать свой пальчик и так качку написать кровью, что в следующий раз я делаю доклад. Прийти и делать доклад, иначе еще недостаточно развития у нас идет. У нас еще есть с вами время. Что надо сделать. А сегодня я вам представил возможность отдохнуть. Мы ее лекцию так, наверное, заканчиваем, продадите нашу. Она должна быть не моей лекцией, она должна быть вашими выступлениями, в которых вы друг с другом соревнуетесь и обеспечиваете свое свободное существование и развитие, к чему мы стремимся. Спасибо.